да. И все одинаковые. Просто подписаны. Вот Алина. Алина. Весь в крови грязный. Здесь мы берем перчатки. Наши рейнджеры. Да, изначально приходит вся рыба. Здесь ее проверяют, отбирают киндов. Киндо показывают сюда. Это кейсов. Здесь можно найти что-нибудь интересное. Здесь бывают камбала, маленькие акулки. Сейчас ничего нет. Все работают, а я хожу как водорь. Но у меня правда болит рука. Здесь сюда загружают всю рыбу. И потом мальчики ее режут. Вот стоят мальчики. Сейчас я это покажу. Начало. Все меня рады видеть. Итак. Вита у нас на контроле. Это уборка. Он стоит, рубит головы. Работаем. Вот так вот, она выбрала. Вот, Стоин решила отпустить Виту по 10. Какой хороший. Дальше рыбы дыры, делают дырки, чтобы кишки легче отрывались. Вот так вот. И дальше начинается резня. Вырывают кишки. Все очень просто.
дальше вот Ярик стоит, и сейчас он нам покажет, как он режет рыбу. Ярик, покажи, как ты режешь рыбу. Мастер-класс. Маме мы это не покажем. А Сашу понизили. Саша стоит на втором флипере. И делает лузерскую работу. Складывает рыбу. Вот так вот, через одну. А это Саша и Саша. Которые... Даже не знаю, как объяснить, что делают. Высасывают все из рыбы. Вот так вот. Мастер-класс от Даши. По три человека стоят. Потом рыба это все проходит. Падает. Сейчас покажу, куда падает. Сюда падает. Ой, прыгает. Так вот она падает, моется. И дальше идет на кредит. А, вот и Юна. Вот так вот рыба падает. И девочки ее сортируют. Да. Конечно, по всем правилам. Да. Там у нас трэш. Здесь сорт второй А. Сережа покажет, как он это делает. Берет ракс. Ставит его. Вот так вот. И складывает рыбу. По 7 штук вроде бы. Следующим раксом. Такая веселая у нас работа. Сюда потом эту рыбу завозят, там замораживают.